сообщает ТАСС о заявлении банка ВТБ главы, что о дружбе с Западом забыть должны российские бизнесмены. Вот ТАСС цитирует слова заявления Костина. Мы должны забыть о нашей дружбе с Западом. А мы, это мы, бизнесмены. Им предстоит теперь перевести свои дома, счета и семьи на восток. А вот в моей жизни не намечаются никакие перемены. С призывами понять пословицу: когда в хвосте начало, то в голове мочало. Продолжу клипов в интернет. Я изливать поток, потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет.